бусинки, я туда. Сегодня Международный день борьбы с блондинками и борьбы с курением. Мы видим, что все блондинки этого города, может быть, не только города, направляются к тому скоплению людей, к розовой машинке, как нам все говорят. Посмотрим, что же там происходит. Вы знаете, что сегодня за день? Да, день блондинок. Сегодня день блондинок. И борьбы с курением. Сегодня Международный день борьбы с курением. А, кстати, да. День блондинок. Конечно, сегодня же Международный день блондинок. Международный день блондинок. Всемирный день блондинок. Сегодня день блондинок. День блондинок. День блондинок. Ах да, Всемирный день борьбы с курением. Мы уже пообщались с несколькими очень замечательными, интересными девушками. Блондинки недалекие умом, да? Дважды 2-4. Дважды 2-4, 5-8-40. Установка газофракционирования. В андронном коллайдере разогнали там какие-то частицы до очень классной скорости. Представляешь? Я могу рассказать принцип действия двигателя внутреннего сгорания. Оценка эффективности предоставления услуги мобильной телесистемы. Это очень сложно. Я... Сейчас мы поедем в гостиницу «Беларусь», где будет проходить акция, вот, где мы будем в течение часа радовать всех своим цветом волос, да, своей красотой, своей привлекательностью, молодостью. Любовь, красоту, самое добро, самую светлую сторону мира. Ну что же, мы сейчас находимся в самой гуще событий. Парад только стартовал. Здесь начальная точка отправки парада блондинок. Отлично. Такой хороший день. Столько красивых людей. Столько красивых блондиночек. Обожаю этот день. И наконец-то в Беларуси впервые проходит парад. И мы очень счастливы, что мы к этому приобщились. Настроение прекрасное, погода хорошая. Все в этой жизни несет свет, радость, тепло и любовь. Первый раз такое видела. Вообще круто. Очень понравилось, да. Король-орел, 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 король-орел. Мы все умные, хорошие, красивые и добрые. Неужели этого недостаточно? Джентльмены предпочитают блондинок. Блондинок. Сегодня день блондинок. Здоровый день. Борьбы с курением. А мы не курим. Я не курю, поэтому не знаю. Это вредит для здоровья, для кожи блондинок? Нет. Мы же не курящие. Блондинки всегда выделялись, они самые лучшие. Брюнетки, не обижайтесь. Но надо, чтобы справедливость была, на самом деле. Я же на параде блондинок, тише, тише. 12 марта. Нет, я предлагаю 13 марта. 12 марта все собираемся на площади. Вот здесь, прямо на Свислочью реке у побережья, собираемся и проводим парад брюнеток. Это I, D, I. Как это непонятно? Это же английский алфавит. I, D, A. Что там последнее было? S. Ideas. Ideas. Вы смотрите Ideas TV. Ideas. Идея. Так, подожди еще раз. Катя блондинка специально для Ideas TV. Смотрите Ideas TV. Мы смотрим Ideas TV. Ideas. Ideas TV. Помнишь фотографию, да? Мы позвоним себе.